Здравствуйте, друзья мои. Сегодня у нас цель добраться до CityChanger вот этого. Он не рабочий, застревает там чего-то. И отремонтировать. Но он весь в пыли, поэтому начнем его разбирать. Вот видите, все в пыли там, грязный. Почистим его, разберем и приведем в рабочее состояние. Для начала снимем крышки, вот эти боковые. Снимаем верхнюю часть. Видите, весь пыльный, по отдельности мы все разберем, почистим, пропылесосим. Отсоединяем шлейфы. Снимаем переднюю крышку. Тоже в сторонку, тоже и почистим. В этой 39 модели не очень удобно сделан подсоединение вот этого шлейфа. Он как бы проходит туда, изнутри подсоединяется к платью. Поэтому практически придется весь его разбирать, снимать вот эту крышку, вытаскивать плату, отсоединять шлейф и потом уже доставать CityChanger. Раскручиваем все винты. Я даже откручу вот этот от вентилятора, чтобы вынуть его, почистить и вставить обратно. Открутили много винтов здесь. Снимаем крышку. Видите, она вся пыльная. Вентилятор тоже почистим. Здесь чуть-чуть у нас слон. Ну ничего, мы это починим. Вынимаем вот эту. Это осталось у нас плату снять только. Вот отсоединяем теперь этот шлейф, который изнутри. Все. В сторонку. Откручиваем винтик. Здесь обычно. Ну, все снимаю. Вот у нас CityChanger. Осталось нам платформу снять. Платформу держит два винтика. Их откручиваем и снимаем платформу. Все, CityChanger достали. Теперь в следующем видеоролике мы его разберем. Но вот это все остальное придется нам пропылесосить. Видите, здесь все в пыли. В баночку обязательно винтики собирайте. Ну вот эти детальки. Вот плата эта. Тоже почистим еще. Подставку тоже все пропылесосим с помощью вот этого пылесоса. Вот. Ну и потом все соберем. Спасибо за внимание. До свидания.